Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня у нас турнир по нёрфу, спорт, все дела. Я покажу, как оно проходит, что здесь надо делать и так далее. Интересно? Погнали! Но мне надо зарядиться боевым настроением! Здравствуйте, дорогие игроки! Рад видеть сегодня на нашем турнире Blaster Battle Tournament. Рад, что вы собрались. Я надеюсь на честную, интересную игру. Старайтесь играть максимально честно. Мы хотим интересную, захватывающую игру от вас. Мы будем судить честно и очень внимательно. Одно из важных замечаний. В тот момент, когда игрок перезаряжается, он все равно находится в игре. То есть, если вы перезаряжаетесь и вас попали, вы все равно поражены. Спорить то, что я перезаряжаюсь, я не играю, нельзя. Вы в любой момент игры на площадке, вы в игре. Все поняли? Да! Ну, отлично. Остается только пожелать вам удачи и пусть победит сильнейший. Прежде всего, сейчас попрошу подготовиться команду «Ночные призраки». Оранжевая сторона. Оранжевая сторона находится здесь. А также команду «Про». Сторона у бара — это синяя сторона, в данный момент она ваша. Прошу, подготовьтесь к следующему раунду. Он начинается буквально через минуту. Уважаемые игроки, у вас на раунд дается 3 минуты. 3 минуты, чтобы захватить базу противника. Не забудьте, опять же, если вы поразили всех своих противников, захватить базу. Это обязательное условие. Следующее. У вас есть граница поля. Если вы посмотрите внимательно, у вас есть граница поля. Вот я на ней стою. Заступ за границу поля, даже на пяточку, чуть-чуть, считается поражением. Игрок, который заступил и пытается играть дальше, считается пораженным игроком, и вместе с ним выводится его сосед. Перед стартом вы обязательно, напоминаю, это было в правилах, но мало ли кто не запомнил, вы должны кончик ствола направить в баннер, в вашу базу, и коснуться ее. Только после этого вы можете стартовать. Стартовать вот так нельзя. И в следующий раз, на следующий турнир, обязательно прочитайте регламент правил. Родители, в том числе вас прошу, прочитайте сами самостоятельно и обязательно прочтите детям, потому что это уже серьезное мероприятие, мы стараемся сделать из этого настоящий спорт. Подошел наш турнир, очень сильно устал, но давайте подведем вывод, что здесь и как. Ну, во-первых, надо учитывать, что это турнир, и если вы сюда пришли, то, скорее всего, хотели получить именно спорт, победу и так далее. Вот это место, это именно для спорта создано, чтобы показать свою крутость. А обычный вшот, стандартно открытые игры, там все так весело, прикольненько, по фану. Вот лично я для себя выбрал бы обычный вшот. Там весело, можно пообщаться, а тут прям серьезное настроение, надо прям настроиться на победу. Я поздравляю вас с тем, что вы присутствовали на первом в России турнире по нерфу под названием Blaster Battle Tournament. Вам понравилось? Да! Что-то как-то вообще... Да! Теперь, хорошо, родители, скажи, пожалуйста, вам понравилось? Да! Ну как, ну вы же взрослые дети, почему вы тише детей? Еще раз, вам понравилось, родители? Да! Вот это другое дело. Хорошо. А, собственно, вступительное слово от меня, после чего
которые они будут, чтобы они могли прийти в другом месте. А, ребят, спасибо большое, что вы приняли участие. Мы очень рады, что это мероприятие наконец совершилось. Мы шли к этому 2 года. Вот. И надеюсь, что в следующем турнире вы придете более подготовленными, собственной командой, позовете друзей и будете ней капитаном. Сказать, мне понравилось, но я очень устал. Вот. Также повидалась возможность потрогать вот такой классный бластер, как он называется у нас, Sledge Fire. Я вот до этого никогда не видел, моделька очень-очень редкая. И, в принципе, мне нравится. Вот, отлично понерфили, в принципе, приходите, тут классно. Но, опять же, я бы выбрал стандартный шот для веселья. Ну, а если хотите всем показать, что вы прям самый вообще крутой-крутой,
то сюда. Ну, с вами был Дизмон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока-пока. Я пошел отдыхать и кушать. Голодный очень сильно, знаете ли.